На первенство корпорации по тяжелой атлетике в спорткомплексе «Чайка» собрались 28 участников различных возрастных групп. Силачи традиционно соревновались в двух видах упражнений – рывке и толчке штанги двумя руками. В первом потоке участвовали юноши 2002 года рождения и моложе. Главный судья, тренер по тяжелой атлетике Вадим Мигачев, внимательно проверял, выгнул ли участник спину, как поставил ноги, и только после этого выносил вердикт – вес взят. Я сначала рывок делал, вес взят. Сколько килограмм? 16,5. Надо прогнуть спину. И прыжком это все сделать. Лучший результат среди младших спортсменов показал Дмитрий Балакин из школы номер 14. Ребята из самой тяжеловесной секции спортивного цеха корпорации тягают тяжести не в первый раз, но для них всегда очень волнительно вновь подходить к штанге. Охота ходить сюда, чтобы быть каким-то будешь, каким-нибудь там слабеньким, хоть что-то уметь. Мне когда папа сказал, что надо в какую-то секцию записаться, мама мне сказала, записывайся в бассейн. Я сначала записался в бассейн. Потом у меня брат начал ходить сюда, вот и я с ним начал. А самый большой вес сколько ты брал? 22. Это рывок или толчок? Рывок. Интересным и зрелищным стало выступление сотрудников СМПО «Висма». Бронзовым призером первенства стал кандидат в мастера спорта, сотрудник совместного предприятия «Урал-Боинг» Евгений Круглов. Серебряная медаль досталась Руслану Юсупову из прокатного комплекса. А абсолютным победителем первенства стал Максим Волков из цеха номер 22 в СМПО. Он сумел поднять 125 килограммов в рывке и 155 в толчке. По итогам первенства лучшие тяжелоатлеты Верхней Салды примут участие в Кубке Свердловской области по тяжелой атлетике, который пройдет в Нижнем Тагиле.